Коммунальными проблемами Рощинского займется комиссия Министерства обороны. Напомню, часть жилых зданий, земель и объектов жизнеобеспечения принадлежит федеральному ведомству. А услуги ЖКХ оказывает самарская управляющая компания. Однако охватить весь жилищный фонд она не может. По закону должна обслуживать только муниципальную собственность. Правовую коллизию долгое время пытались разрешить, однако окончательно урегулировать вопрос с Министерством обороны пока не удалось. Тем временем котельные нуждаются в срочном ремонте. Помочь пообещал командующий ВДВ страны Владимир Анатольевич Шаманов. Не могут от этого страдать люди. Неважно, он военный пенсионер, он сегодня служит или нет. Вот это точно мы не можем себе позволить. А когда вопрос еще касается комплексной подготовки к зиме, безусловно, мы должны вдвойне ответственно к этому подойти. У меня нет никаких сомнений, что этот вопрос будет комплексно рассмотрен, и он обязательно будет решен.